Здорово, геймеры, продолжаем играть в поисках сокровищ, ну не сокровищ, а в поисках загадок, тайн и тому подобное. Так, быстрое перемещение. У меня еще в голове это две мысли, это найти козлика в Йоршвике вроде бы там и найти еще сразиться с ведьмами или с кем-то. Надо еще два не меча, а кинжала, что-то подобное найти, чтобы найти еще одно снаряжение, скорее всего. Так, тайные загадки. Ну и заодно мелкие квесты прохожу для того, чтобы нафармить очков навыка. То есть все по голубеньким прохожу. Голубенькие светящиеся точки и тому подобное. Мне уже хватает навыков и способностей, чтобы драться. Ну, с более серьезными. Кто там внизу? Медведь, давайте подержим. Иди сюда. Заодно адреналинчика поднакопил. Железо не интересует. Интересует платина. Ой, сейчас опять буду искать. Бегать камни Эксфорда. В конце прошлого видео также с этими камнями повозиться пришлось. Так, где тут записочка какая-то есть? Как должно выглядеть? Королевство Берниция и Элмет позволили мне посещать это место. Указом короля Эопы. Только исполинам хватило бы силы перенести такие столбы. Если бы им помог сам бог. Но отчего они нас защищали? Ты им велел, боже? Это было из-за греха людей прошлого? Чтобы не впустить бесов? Так, вижу, как выглядит, только понять, от с какой точки. Так, возможно, даже со столба. Очень удаленно. Может быть, даже где-то там, где кучка. Так, наверху дерево. Для начала столбы. Исполины. Не то кино. И снова не то кино. Так, дзинкнул. И побежал быстро на берег, скорее всего, где-то на берегу точка.
Да чтоб тебя. День-день. Блин, неужели это посередине будет? Ладно, это где-то здесь. Может быть, где-то нужно нырнуть под воду и из-под воды это смотреть. Блин, пропадает. Значит, это где-то на территории. Ну, хочу в воду нырнуть. Я где-то ближе уже. Так, где-то здесь. А, вот где.
Да чтоб тебе нафиг. Назад. И еще чуть назад. Ну. Может, сюда? Нет. Как же ж тебя споймать, мазафака? Так, подсказка. Что-то заграждает вам... Обзоры мешают увидеть символ полностью. Так что ли? Блин, а капец. Что за неведомые силы? Ж надо было такое. Неведомые силы. Ведомая преграда. А есть очки навыков сразу же. Единственное, что вот с камнями, да, еще надо поиграться. И здесь еще... Светятся загадки, но то потом уже, когда с камнями разобраться, что надо. Тайные загадки. А там артефакты белые. Тайны белые — это артефакты. Глянуть, какие здесь. Здесь у нас что? Заброшенная библиотека. Артефакты. Тайны, тайны, тайны. Вот, короче, я на эту тайну. Она как раз близко. Перемещусь. А потом еще справа возьму маску.
Эденс Шелф. Ладно, Дейл. И стой, Ханнис. Задание, что ли? Альдвин, я вся горю. Альдвин, милый, я здесь. Я сложила для тебя стихи, ты же так их любишь. Послушаешь? Ты хочешь украсть моего Альдвина? А, ну конечно. Ведь он так ослепительно хорош. Несчастная любовь? Он прекрасный цветок, а я ничтожный червь. Мои слова не разжигают его чувств. Он все так же... холоден. Просто слова не те. Гляньте-ка. Раз ты такая умная, открой мне двери его сердца. Мужчины страшно тщеславны. Воспой его силу и красоту, сравни с могучей скалой. Что ж, попробую по-твоему. Альдвин, плечи твои, утесы. Другим такое лишь снится. В твоей бороде, как в лесу, я хочу заблудиться. Осмотреться нужно мне еще подсказки. Мне нужен лишь ты, мой пивовар. Я стану твоей музой. Мы вспенимся страстью. Захмелеем от любви. Ты, кажется, не подходишь Альдвину. Поищи другого. Ну уж нет. Его запах... аромат хмеля изо рта. Много в нашей таверне жеребцов, но он самый горячий. Как скажешь. Удачи тебе. Я сделала все, что могла. Безответная любовь. Бим-бим-бим-бим. Маска и задание. Но быстрого перемещения здесь нет. Тогда сначала задание, а затем маска. Героев 90 из 100, но у большинства в голове пустота. Хоть кто-нибудь в этих землях туманных презреет того, кто остался без клана. Степания Барда, о чудный новый день. Сложу я балладу, ведь эй! Здравствуй, Бард. Это лицо и хмурый взгляд. Ты и правда сестра волка? Я наслышан о тебе и твоей щедрости. А ты тот еще льстец, Бард. Но откуда ты обо мне знаешь? Тем Бард живет, что о великих поет, липнет храбрым богатство и наоборот. Такие дела! Так что скажешь, Эйвор-бродяга? Раскошелишься, чтобы вечно жить в моей чудесной песне? Ладно, давай. Серебро приходит и уходит, а слава живет вечно. Ты мудра и щедра. Никто на свете тебя не превзойдет. Подожди-ка, я уже слышу голоса муз. Заплатили 295 серебра, чтоб сочинил пленную. Из земли заморской, что вечно спит в снегах, грозных данов войско появилось всем на страх. Эйвор, дева храбрая, скликает воронов на пир. Вражьей кровью сладкою зальет она весь мир.
Прими же несчастье с улыбкой, в бой уже слышен, ты сгинешь к утру. Нет ничего страшнее и прекрасней, чем встретить волчью сестру. Кеннинги твои слабоватые, но язык все равно подвешен неплохо. Вот судьба барда вроде меня. Других славишь, а в ответ ничего. Такие дела. Прощай и спасибо за щедрость. Из земли заморской, что вечно спит в снегах, грозных кланов войско появилось всем на страх. Эйвордева храбрая. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это Йомс Викинг. Нанять можно. Вот здесь артефакт маска. Воронов на пир, вражьей кровью сладкою зальет Адави. Кстати, маска где-то в замке. Прикольная такая музыка, как струна. Так. Здесь я помню козленок. Чем ниже вниз, да, тем больше дров. Вот это вот я возьму. Сейчас где я нахожусь? Здесь. А нет, вот здесь вот задание возьму, а потом перемещусь тогда сюда. Сет наставника. Ну, магистра мне еще не хватает. Где-то у кого-то еще раскидано, может. Воеваться с кем-то надо. Драться. Тем более еще Эскалибур не нашел я и полностью сет Тора не нашел. Лети же. И снова Шеротский лес. Покойся с миром. Они за все ответят. Наши кошели пусты, но наши души познают благоденствие. Тебя не забудут. Что здесь случилось? Мы напали на них. Пиктов Константина оказалось слишком много. У богатых всего много. Монет, копий. Мои люди не были готовы к такому. Ты Робин Гуд? Но, боюсь, пикты знают, что я еще жив. Пикты, берегись! К бою! Души моих людей со мной, а моя душа с ними! Ты же Робин Гуд! Все, братуха. Все кончено. Какой бой? У короля пиктов Константина слегка опустеет кошель. Спасибо. Как тебя? Я Эйвор. Меня зовут Райс. Райс Шервин. Знаешь, нам в шайке веселых разбойников пригодилась бы такая, как ты. Райс Мы Шервин. Делаем бедных богаче, а богатых беднее. У нас есть убежище в лесу. Заходи как-нибудь. Выпьем эля. Может быть. Что ж, буду ждать встречи.
Может, это и Робин Гуд и был? Сердечное приглашение. Убежище в лесу. Это интересно. Скрытность добавлен. Ну и ближний бой. Текс. Я говорил, чтоб здесь. Да? Не пропустить. Значит, артефакты есть. Ты, может, за одним артефактом туда дернусь, посмотри, что там за тайна. Какая интересная. Хотя нет, артефакты. Лучше пусть будут тайны. Знаете что, ребят? Я, наверное, все-таки сет Георгия одену. Мне кажется, он сильнее намного. Сейчас я подерусь, посмотрю. Не стоит привлекать внимание. Запретная область. Короче, пусть они кипишуют. Пощады не жди. О, нет! Нет! Отстань! Да не, вроде бы этот сет, ну не знаю. Задание выполнено или где-то наверху? Осмотрись вокруг. Мне, может быть, здесь просто надо поджечь сено, и там что-то лежит. Блин, вообще непонятно, что здесь за задание было. Может, или подслушать надо было их. Окей, что здесь непонятка была.
Че там нет, я уже все нашел. Так, а там какой-то вольфрамий может. Найдите ключ. Ну, если ключ рядом, значит, давайте зайдем туда и посмотрим, что там за мелкие сокровища. И кожа. Опал. Нужны турбоускорители для коня, чтобы быстрее бежал. Мне не нравится, когда он медленно скочит. Скачет. Случилось? Укусили? О, да. Змея. Как и тебя. Вперед! Верняйте саму землю, по которой ходите. Хватит! Направляйтесь назад на север! Мы навсегда избавим от вас Англию! Рублю на куски! Это мне пригодится. Бесчестный разбойник. Это да, это непонятка была здесь. Так, поскакали теперь туда. Yeah!
Смотри, смотри, что они сделали. Хватит сюда приходить, Скеги. Собираетесь туда? Мой вам совет, лучше не надо. Прежде я бы им показал. Она тоже. Мы бы вернули все, чего нас лишили. Вы здесь жили? Тут была рыбацкая деревня. Мы все в ней построили. Но о богатстве здешних вод прослышали разбойники и прогнали нас. Здесь все кишит рыбой. На такое любой польстится. Звучит заманчиво. Надо проверить самой. Будет непросто. Возьми мою жену в помощь. Стикла давно хочет задать этим псам трепку. Но какой с того толк? В округе много разбойников. Скоро они снова заглянут сюда. Знаем. Они заполонили весь Линкольншир. Но это будет маленькая победа. Хоть окунемся тут опять. Скверно придумано. Уж лучше мне разделаться с ними самой, а ее в это не втягивать. Хватит сюда приходить, Скеги. Тут одни только горе. Так, берем. А лук? Да. Да, ты права. Тогда давай уйдем. Навсегда. Еще одно мгновение. Ну и что? Начнем? Смотри. Смотри, что они сделали. Хватит сюда приходить, Скеги. Тут одни только горе и гнев. Да. Да, ты права. Тогда давай уйдем. Навсегда. Еще одно мгновение. Верни. Смотри. Типа все? По стелсу все отлично сработано. Да не все. Сюда!
Постой! Прими свой вес! Заходим с тыла! Ты выпущен! Я полностью стрел нет. Скотина. Истечешь кровью. Да. Вроде бы всех поубивал или еще где-то остался. Что они сделали. Хватит сюда приходить, Скеги. Тут одни только горе и гнев. Да, да, ты права. Тогда давай уйдем. Навсегда. Я очистил. Одно мгновение. Ты чист, да? Пока что здесь безопасно. Пройдитесь, можете окунуться в воду. Но не задерживайтесь. Хорошо. Спасибо тебе. Прощай. Маленькие победы. Так. Я жажду присоединиться к тебе, Эйвор. Лео, Лео, Лео. Клянусь. Нифига. Я буду готова, как понадоблюсь. Расскажи. О, вот и ты! Как там дела с угрём? Пока никак, каким но я угрём? Не сдаюсь. А, это споймать угря. Все было дело. С угрём пока мест никак. Каком кверху.
Сэр Браун. Сэр Браун. Опять бабло заплатить за песни. Это песня. Ты ходил на Дракаре, верно? И долго. Видишь, что с моими волосами? За много лет морская соль сделала из них сено. Что ж, держись от лошадей подальше. Ха, ты очень быстрая. И крепкая, судя по всему. Но ты не из лагеря Рагнарсонов в Рептоне. Иначе бы я тебя узнал. Я из другого клана. Почему ты так далеко от своих? Меня изгнали. Я старый, слаб. Мертвый груз, в общем. Теперь придется привыкать наблюдать за войной издалека. Тут нечего стыдиться. Немногим воинам удается дожить до седин. Ты заслужил отдых. Заслужил ли? Может, я упустил свой шанс? Раньше я знал, что ждет меня впереди, а теперь нет. Смирись. Плавай по морям, пиши песни, пой их на ветру. Здорово же! Ты молода, но мудра. Тебя и твой клан ждет светлое будущее. Сделаем его еще светлее. Возьми этот ключ. Если будешь в Рептоне, найди у причала мое жилье. Рядом с большим деревом. Внутри мои самые ценные вещи. Забери их. Мне они больше не нужны. Это честь. Это дар старого воина молодому. Да направит тебя Один. Ключ от дома Скари в Рептоне. Путь нас лежал сквозь тундру, сквозь ширь ледяных просторов. И Рептоне. А это сейчас я в Рептоне? Рептон возле причала. Так, еще раз пусть расскажет. Не рассказывает так. Ну окей. В Рептоне возле причала. Самое ценное, ну ты не знаешь, что самое ценное, деньги или для него, или были сокровища, или все-таки это оружие. Латы. Если окажусь в Рептоне, надо будет найти дом старого викинга. Это ж не дом. Это есть Рептон. Где же его искать? Старого викинга. Лети же. Ищем деревянное строение. Интересно, этот саксонский раб снова на денег возьмет? Чем могу помочь? Ладно, пока не Славку за... Лишним не будет. Смотреться будет здорово. Сейчас я продам кое-что. Ох, у меня дофигища еще кое-что продать. Спасибо. Мне всегда нужно еще.
кожу уже покупать не буду, только никель. Хотя бабосы мне тоже надо. То было у меня 900 серебра. Посмотрю, сколько выторга сделать. Я все куплю, потому обычно, что ты не нравишься. Много выторга, если в набеге ходить. По рекам, там, где Святого Георгия у нас есть, сет добывался. Там неплохо, кстати, надо будет еще в набег пару раз или один раз ходить, да прокачать это свое строение, дом. Не строение, дом, а не конюшня, там, птицевода. Дом. Когда у нас будет 6-й уровень нашего поселения. О, чудно! Как раз то, что нужно. На этом ожерелье выгравировано на человеке из шеи. Если что, приноси еще. Чудесная вещь. Так, брусок угля. Нужно быть готовым ко всему. Никель и титан. Наверняка пригодится. Уже уходишь? Ага. Жаль. Мне пора в путь. Прощай. Бекс, дом ищем. Покажи, что впереди. Что ты видишь? Блин, где этот дом кузнеца может? Ой, кузнеца. Не кузнеца. Этого чувака, который старик. Ну, здесь двери нет. Искал дом, нашел совсем другое. Нет! Нет!
Ладно, дом кузнеца. Дом кузнеца. Нет, нет! Новая кожа! Акахидан! Покажи мне все. Просто домов здесь не так уж и много. Вот и дом старого. Дневник Скари после очередного он боя. Он просил забрать его вещи себе. Боя, в котором откуда было молотый язык. Короче, открываем. Так, смотрим. Поэма на норвежском. Здесь столько песен. Чтобы записать их, потребовалось немало времени. Верну сундук старому викингу. Похоже, это все. Давайте вернем. Чел, это тебе. Ой, блин. Горю! Старик, ты оставил пару безделушек? А, ты вернулась? Зачем ты тратишь на меня время? В сундуке записанные тобой песни. Я не могу принять такой дар. Однажды ты захочешь перечитать их. Пусть будут у тебя. Совсем о них забыл. Что ж, вот чем я буду заниматься в своей новой жизни. И только пламя заката сможет тебя остановить. Это мы еще посмотрим. Уже дважды ты восхищаешь меня. Как твое имя? Эйвор. Эйвор. Если боги позволят, я войду в чертог Одина раньше тебя. И когда однажды ты присоединишься к нам... Все уже будут знать твое имя. Прощай. Прощай. Мировое событие завершено. Старшее поколение. Интересно, здесь много историй, ребята. Очень много. Я грибы, чтобы посражаться. Так, это здесь угорь. Словить. Так, я хочу, наверное, посражаться с кем-то. Быстрое перемещение.
О, как вдалеке тень видна была лошади. Круто. Мне надо куда-то в это все заходить? Блин. Давайте войду. Или тюленей поубивать надо. Это показывать теперь, типа, сюда идти. Так, следующая подсказка, давай. Сюда. Сюда, я понял, понял. Прежде чем в дом войдешь, все осмотри, все огляди. Ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли? Мухомор. Так, здесь с волком сразиться можно. Я ж по порядку все иду. Забираю. Можно было, конечно, к волку отправиться, но... Ну-ну-ну. Очки навыков заодно подсобираем. И с волком еще успеем сразиться. Так, здесь я когда-то был уже. Синий гриб, не помню, что... А, это... Синий гриб нельзя есть. А, не стоит их есть. Так, что здесь и у нас? И где мне все это искать? К западу отсюда есть медвежье логово. Звери устроились там из-за зимних лисичек. Что до лишайника, он растет в колодце снаружи. Будь осторожна. Так, лишайники, которые снаружи.
Лишайник снаружи колодца. И медведей или волков каких-то убить. Так, ингредиенты для эликсира лишайника. На прогулке я увидел очень интересный лишайник. Его запах примечательный, стойко ноты ореха. Возможно, из-за того, что он растет в тени в глубине старого колодца. Я собрал несколько побегов и буду выращивать их в воде. От этого они должны стать куда действительнее. Ну я же уже собрал, типа, или там только лисички. Можно до этого еще собирать. Так, еще раз. Мне кажется, я здесь когда-то лишайник уже собрал. Осталось к западу отсюда кого-то уничтожить. Сёнин, веди. Или медведей. Блин, ну нет. Не хочу я для эликсира кого-то здесь искать. Сорян, брат. Это задание, наверное, не по мне. Пока месте. Боги. Бедная лошадь. Быстрое сожжение. Здесь тоже был. Ну, типа я уже выполнил его, все. Быстрое сожжение. И да, так я быстро еще не проходил. Да, видать, где-то я что-то уже прошел. Здесь алтарь. Заячья лапка, что-то надо принести. На алтарь тогда. Сюда нужно двигаться. Алтарю не знаю, я, конечно, можно будет подвинуться, посмотреть, что там надо на алтарь принести. Так, сюда. Просто походу. Что случилось? Я так тебе благодарен, друг. И все?
тебе! Так, здесь я уже тоже был. А, снова ты! Хочешь добавки? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Здесь у нас закон таков. Не жди пощады даже от земляков. Бола из Кента. Чего? Офигеть. Капец, он бешен. Записка борца из ББВ. Здесь здорово, когда борюсь с этим парнями, чувствую себя отлично, мы стали друзьями почти что братья, но мы ведь избиваем друг друга до звона в ушах. Так, так, и зубов у меня уже меньше, чем пальцев, верно? Еще бы. Но каждый бой, даже самый тяжелый и долгий, заканчивается добрым жестом, объятиями, хлопком по спине, ударом головой в переносицу, и я это ни на что не променяю. Ну и? Может их всех... поуничтожать? Сдохни! Ты хочешь добавки? Хочу. Чудесно. А вот и твой противник. Пора, наконец, сбить с тебя спесь. Но достойных бойцов не осталось здесь. Со мной придется драться тебе. С чемпионом БББ. Получи, чемпион. Никто здесь прежде не видал, чтобы я вот так вот проиграл. Вынужден сказать тебе, отныне ты чемпионка ББ. Это честь, наверное. С честью носи это звание. Оно твой приз за старание. И помни день, что по праву принес тебе эту славу. До встречи! Вот теперь мы чемпионы ББВ и продолжим уже в следующей игре. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.